Замочки-то есть. Обратите внимание. Я думал, только у нас замочки. Тут тоже замочки. Капсулу, я хочу в капсулу, я буду в капсуле, капсула это тема, я только сегодня с утра думал про капсулу, думал, блин, а что если сделать такой же байк, но только чтобы он был в капсуле, это же идеально, и вот оно, материализовалось, я сам офигел. Ладно, это город Мэппен, ну, походу, ничего такое, сейчас небольшая экскурсия. Знаете, в чем прикол? Я только сейчас понял. Здесь очень тихо. Я подумал, что это из-за наушников может меня включить. Но здесь реально какой-то
дождливый тихий город. Просто тишина. Ну, вот такая вот экскурсия. Всем хорошего настроения.